Госпожа директор, большое вам спасибо. Наша делегация также присоединяется к выступавшим ранее и благодарит БДИПЧ, всех сотрудников БДИПЧ, председательство Словакии в ОБСЕ за организацию этой встречи. И я хотел бы прежде всего отметить, что наша делегация убеждена в том, что участие организации гражданского общества в мероприятиях ОБСЕ чрезвычайно важно. Это содействует развитию подлинного диалога между всеми сторонами, в особенности государством и гражданским обществом. Активное участие делегации Таджикистана в нынешнем году, в течение этих двух недель, служит иллюстрацией стремления Таджикистана активно участвовать в таких дискуссиях. Вместе с тем, мы уверены, что регистрация и участие представителей тех организаций, которые потворствуют терроризму и насилию, не приведет к откровенному диалогу. К сожалению, именно это и происходило. Представители приехали тех организаций, которые были причастны к убийству тысячи людей в государствах, участников ОБСЕ. Они зарегистрировались для участия в этом мероприятии. Я имею в виду ту группу, которая в 2015 году была причастна к неправомерным действиям. Верховный суд государства-участника запретил данной группе осуществлять свою деятельность. Тем не менее, эта организация продолжает попустительствовать терроризму и насильственному экстремизму. По этой причине мы считаем необходимым продолжить нашу дискуссию относительно 4 главы Хельсинкского документа от 1992 года в рамках неформальной рабочей группы в Вене. Что касается замечаний критического плана со стороны моего коллеги из США по поводу ситуации с правами человека в Таджикистане, я хотел бы вновь подчеркнуть, что наша страна придерживается своим международным обязательствам и готова сотрудничать со всеми международными партнерами для того, чтобы и в дальнейшем улучшать ситуацию с правами человека. Большое спасибо. Я благодарю вас.